Магазин кофе, чая и сладости «Кофе де Бразилино» также принял участие в работе второго международного форума выставки деловых контактов «Брест-2017». Чем же угощали участников и какого на вкус новый сорт из солнечной Испании? Свою продукцию самого честного кофе, так позиционируют свой товар представители фирмы, представили и на международном форуме выставки деловых контактов. Это абсолютно новая марка кофе. За небольшое время, которое вот работает наш магазин, популярность его растет. И отзывы положительные. И очень приятно, что брещане оценили это очень вкусный кофе. А о качестве напитка можно судить, только попробовав его. В кофе-зоне на форуме выставки отбоя от любителей кофе не было. Понравилось и даже очень. Вы знаете, мне очень понравился этот кофе. Я оценила то, что он довольно-таки недорого стоит. Вот. А по качеству он не уступает довольно популярным торговым маркам, которые у нас распространены в Бресте, в принципе, во всей Беларуси. Очень удобно то, что можно прийти и продегустировать кофе и выбрать для себя именно тот, который, в общем-то, больше понравится. Стоимость напитка от кофе де Бразилино на сегодня одна из самых демократичных в Бресте. Кроме этого, представители фирмы готовы к любому виду сотрудничества с различными точками общественного питания.